Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму, повертаємося до студії і спілкуємося із гостем, якого я вам анонсував. Сьогодні у нас в гостях Юрій Ковенюв, організатор 16-го традиційного молодіжного класичного балу. І вітаю тебе, і будемо сьогодні на цю тему спілкуватися. Дякую за те, що зранку завітав проанонсувати цей захід. Взагалі, 16-й традиційний. Ти вже який рік займаєшся ним? Чи всі 16? Ну, звісно, ні. Добрий день, дорогі телезрителі. Конечно нет, 16 лет я ним не занимаюсь, потому что, ну, во-первых, возраст, да, возраст не позволяет мне, да. Занимаюсь я уже, это будет 5-й год, когда я организовываю молодежный классический бал. Инициатива эта была в далеком 99-м году, 1999-м. Наш скаут-лидер Анатолий Владимирович Семенков основал бальную традицию у нас в Николаеве. И так получилось, что вот на протяжении уже 16 лет наша скаутская организация продолжает эту традицию и организовываем, продолжаем учить молодежь бальным традициям, вальсу и этому настроению бала. А вообще вот 5 лет это уже как бы период, когда можно сделать какие-то срезы, анализы. Вот за 5 лет более активно начали участвовать или все-таки интерес пропадает? Как вот? И каждый, новые люди, может... Каждый год, да-да-да. Вот заметил тенденцию, что каждый год приходят все новые и новые лица. Есть те пары, которые приходят из года в год, которые были такие случаи, когда у нас на репетициях, потом на балу нашем признавались в любви, делали предложение руки и сердца, и приходят уже с детьми, то есть, ну, закладывают... Уже семейные, да, традиции. Семейные традиции, да. Но, конечно, это редкость, и в основном аудитория меняется, и приходят все новые и новые лица. А набор вообще среди кого вы проводили, и вообще вот это для студентов, для вообще просто молодежи или для любого жителя Николаева? Участие бесплатное, и каждый участник, каждый житель Николаева, и не только Николаева, Николаевской области, ну, наверное, и не только Николаевской области, все могут рады приехать, всем, да? Да, рады всем, все могут приехать и поучаствовать в нашем бале. Участвуя, сейчас вот буквально акцент просто... Для участия необходимо проходить репетиции или можно просто вот прийти и, соответственно, уже там танцевать так, как умеешь, как? Бау построен так, что каждый участник, который пришел, даже если он не посетил репетицию, сможет влиться через определенное время, влиться и тоже начать танцевать. Главное это уметь танцевать вальс, это, наверное, самое главное, и в дальнейшем не будет проблем влиться весь к... процесс бала. Также мы проводили репетиции. За месяц до проведения нашего бала, то есть с ноября, мы начали проводить репетиции для всех желающих, кто не знал техники вальса, других танцев, там, фокстрот, мазурка, полька. Всем это мы обучали. У нас есть, кстати, видео с ваших репетиций, но перед тем, как посмотрим видео, хотелось бы спросить, кто тренера, кто тренировал. Таких профессиональных тренеров у нас нету. Тренировал я, тренировали еще наши волонтеры, скаут-лидеры, которые тоже, ну, знают какие-то азы, и каждый дополнял какими-то своими движениями, да, нюансами. Я предлагаю тогда посмотреть эти репетиции и нашим зрителям тоже, вот буквально несколько минут, после чего вернемся в студию и продолжим уже разговор. Ось так репетиції проходять, дійсно навчаються, я так розумію, що це буде одній з стадій, да, того, як навчали майстерності. Взагалі ось це конкурсно, чи це просто бал для відпочинку, як взагалі проводиться основна ідея? Чи будуть все ж таки якісь, можливо, переможці, найкращі пари, чи як там?
Безусловно, у нас будет конкурс на лучшую пару, лучшая пара вечера. Угу. Но главная задача – это, конечно, отдых, это атмосфера. Это чтобы наша молодежь опять почувствовала те традиции, которые происходили очень давно, когда наши потомки отдыхали с помощью, когда приходили отдыхать на бал. Угу. Сейчас можно это… Молодежь, конечно, идет отдыхать куда-то в клуб и отдыхает там по-своему. А своеобразный бал. Показать совсем другой отдых, культурный отдых, отдых с помощью вальса, с помощью танцев. Кроме танцев, еще что-то в программе планируется? Кроме танцев, вся программа, конечно, построена на танцевальную программу. Будут конкурсы тоже танцевальные. Также мы приглашаем несколько коллективов, которые покажут нам свое уже профессиональное мастерство. Приглашаем пару певиц, которые тоже будут, потому что все время танцевать вальс, если вы не привыкли, очень тяжело. Со временем поэтому, язык уже, будет уже за вами там бежать, да? Поэтому нужно отдыхать и вот такими вот музыкальными паузами мы будем это делать. Если будете определять лучшую танцевальную пару, я так понимаю, будет и жюри. Кто будет жюрить этот процесс? В основном это происходит по зрителям, по аплодисментам, как пара, которая набирает самое больше аплодисментов, та и выигрывает. Победители получают у нас билеты в театр и также продолжают нашу культурную программу уже в другом русле. Культурный отдых в театре, на спектакле. Смотри, есть ли какая-то традиция, передавать предыдущие победители новым победителям какую-то, корону или еще какой-то трофей? Или приходят ли они вообще, участвуют ли? Тяжело ответить, потому что есть те, кто приходит и опять завоевывают эти титулы. То есть без рамок, можно без ежегодно, Да. А есть, когда приходят победители прошлого балла, но уже они не одни из лучших, потому что есть ребята, которые немного лучше танцуют, знают больше движений, техник и понравились больше зрителям. Уже становятся фаворитами. А вообще какие-то сложности возникали, потому что, организация любого мероприятия, это всегда какие-то организационные моменты, репетиционные и так далее. А с чем, возможно, сталкивались во время репетиции? Самая сложность – это с помещением. Тяжело найти помещение для репетиций. Так получилось, что мы репетируем в общежитии строительного колледжа, в актовом зале. В принципе, неплохое помещение, но немножко, наверное, маленькое. Но, в принципе, хватает. Тесноте-то не в обиде. Тяжело найти помещение для проведения бала, потому что мы обычно проводили в ДК молодежном, но в этом году случилось так, что ремонт, и получилось перенести ДК корабельный в октябрьском. Поэтому, наверное, самые сложности это с помещением, потому что нужен паркет, нужен зал красивый, чтобы была атмосфера бала такого праздничного, Смотри, давай, я думаю, наверное, уже просто время эфира плавно подходит к концу. Хотелось бы, чтобы зрителям проанонсировать, когда будет, когда у них есть возможность прийти и поучаствовать, если есть такое желание. Время, скажем так, место, дату. Тебе приглашение от тебя зрителям. Уважаемые друзья, приглашаем всех на 16-й традиционный молодежный классический бал, который будет проходить 4 декабря в эту пятницу. Начало 17:30, ДК «Корабельный». Это проспект Октябрьский, 328, остановка ДК. Всех ждем, вход бесплатный, но только по дресс-коду. Девушки в платьях, вечерних, бальных, в принципе, нет ограничений, какое найдете, такое все на ваше усмотрение. Парни в костюмах. Также можно прийти зрителям, которые могут занять второй этаж и наблюдать за нашим действием. Приглашаем всех, ждем. Вот так, даже если не участвуете, хотя бы посмотреть, получить эстетическое удовольствие. Ну что ж, я тебе благодарен за то, что сегодня пришел, проанонсировал. Я думаю, что еще анонс, и итоги покажем нашим зрителям, как все прошло в виде фото или видеоотчета. Спасибо тебе за то, что пришел.